чуть позже. Следующие две песни, которые мы исполним вместе с Валеркой, я хочу адресовать человеку, который, я все-таки надеюсь, сидит сегодня в этом зале, долго собирался. Зовут человек Ольга Ильинская, с которой мы когда-то учились в одном медицинском училище. И вот как раз сейчас две песни я хочу исполнить из тех самых далеко глубинных времен. Вообще 2008 год очень знаменательный для меня и для нашего коллектива. Пятилетие нашего коллектива в апреле, да? 15-летие ночных снайперов. Я разменяю четвертый десяток. Ну и, конечно, 26-летие моей творческой жизни. Хорошо, что я вовремя бросила пить. Никогда не поздно. Так вот, во-первых, спасибо за поддержку. Я надеюсь, мой опыт послужит положительным примером для некоторых персонажей. Так вот, вот это одна из двух песен, которые мы сейчас исполним, была написана на стихи Марты Бернацкой. Девушку, которую я ни разу в глаза так и не увидела, но она тоже училась в нашем пятом медицинском училище. Называется песня «Устроенность, укомплектованность». Строго социальный текст. Свой ритм продолжает вертеться, а люди спешат, упрощая потребность общаться. Повысили сцену на теплое слово и даже улыбку, как будто это нас приводит к большому убытку. Постой, человек, не ропщи на свою утомленность. В глубинах своей же души отыщи
прежде, все к своей мечтой. Все хочу успеть на поезд, что давным-давно шел, что прошло, то не бороться, что придется не миновать. Только жизни параллели мне повторят все опять. Вечную дорогу, робкую слезу, получай разлуку и мечту. Моих весенних словно перезвон, песню колыбельную прибрежных волн.